еще детская школа. Это нормальная школа. Это в рабочем районе, на окраине Москвы. И внутри этой школы театр есть музыкальный. Этими же силами этих учеников. И он носит мое имя. Они попросили взять мое имя. Театр Галины Вишневской. Они пели, но пели детский репертуар такой. Я была потрясена. Здравствуйте, мой лапоть мой. Ой, мой хороший, да. Здравствуй. Как жизнь? Хорошо. Ты здоров? Да. Голос звучит? Да. Ну, все, в порядке. Пошли, да. Давайте, может, цветочки поспорим аккуратно. Да, да. Все маленького сходит. Оказывается, совсем у нас уже большой. Они домой не идут, они, родители жалуются, что дети не идут домой. А почему меня это потрясло? Именно потому, что у меня такая была ситуация. И я не хотела идти домой, я бежала скорее туда. Поэтому мне это ужасно понятно, это все. Браво, браво. Ну, молодцы, ребята. Красота. Максим, ты выйдешь или что? Фраг, вы за. Ночка темная. Не понимаешь, что такое головной резонатор? Понимаешь? Открой вот здесь еще, боже. И пошли прямо вперед, на меня звук. Не так вот посылай,
А посылай на меня воздухом вот в это место ударь. Спасибо, Николай. Молодец, хорошо пела. Прямо у нас сегодня примадонна была. Все пела сама. Молодец. И девочки прелестные, все очаровательные. Галина Павловна, я хотел бы поднять этот бокал за ваши волшебные руки. Да. Спасибо, родная, спасибо. Спасибо всем. Всем. Всем.